перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Hey Mike, I got your burn. I got your burn in my house. Look. That one. It's here. I can show you because my dog sleep, bro. Какие-нибудь вопросы, кроме когда альбом будут или нет? Или будет только вопросы, когда альбом? Каждый раз сюда, блядь, захожу, я хуевая. Я big man, как видишь. Здорово, мужичок. Прикинь, ты нарисовал облогу, и мне сказали, что нельзя шрифт использовать. Привет, Рус. Нельзя шрифт использовать, который мы... Привет, Артемыч. Нельзя, короче, шрифт использовать, потому что Apple... Или iTunes может это дело забанить. То же самое было с обложкой с Симпсонами. То есть не пропускает, понял, Apple и iTunes. Я поменял шрифт с лейблом, там более-менее похожий, понял, сделали, но другой. Винни наверху, братана. Привет, Рунар. Как альбом Фейса. Слушайте, ну, лучше, чем все, что у него было до этого. Как бы хотя бы что-то там, какие-то мысли его. Вот. Ну, от бургера просто долго отмываться теперь. Вообще, возможно ли отмыться после бургера, я не знаю. Или нет. А так намного лучше, чем было. Мои дни последнее время, или пацаны, я... очень заебался с альбомом, весьма заебался со звуком и так далее, устал, сейчас буду отдыхать. Кирюха, дела нормально? Дела хорошо. Ты как? Как и Рига. Мне никакие треки не понравились. Мне понравилось, что там хотя бы не...
хотя бы было какой-то смысл был вообще в чем-то, да? То, что он так быстро стал антиполитическим против церкви, там, против всего вот этого, это, конечно, забавно, но хороший ход коммерческий, так могу сказать. Концерт в Риге? Нет, Кирюха, не слушай никого. Не слушай. Сати дормьендо. Надюха, она спит. Ну, покажись все. Че, не хочешь? Видишь, она спит. Спит, малышуля. Muy bien español. Más o menos. Más o menos. Hablo un poquito. Hey, Ben, play, bro. Maggi. How are you, bro? Hey, on my new album, we got track with Ben, play. For all of you who didn't know who's that, don't know who's that, check his profile. He's doing big things with big guys. For sure, bro, for sure. Go follow my bro Ben Play. He got that sauce. He got that fire. Да, ребят, у меня на альбоме будет тип, который работал с очень серьезными ребятами. И он сам мне написал. Это больше всего, наверное, приятно. Приятнее всего. Я не могу поехать в Россию. По-моему, уже давно пора это понять. Когда смогу, тогда мы увидимся с вами. Мадоги. Я занимался, да, спортом в детстве. Теннисом большим занимался, потом в мини-футбол играл, еще что-то. Но больше всего в баскетбол, конечно. Я тебе говорю, я, знаешь, как меня разозлило, братан, это пиздец, я прям, ну, разозлился сильно из-за шрифта, понял? Когда мне сказали, что, блядь, просто из-за шрифта могут не пропустить обложку альбома. Как ты думаешь, я себя чувствовал? Мне очень это не понравилось, как минимум.
Спайдермен вышел уже? Игра вышла или... Игра, по ходу дела, вышла. Я поиграл с удовольствием. Я тебя видел в парке 300-летия. Это же так давно было. Да, я помню, прикольная история из парка 300-летия, когда мы шли с близнецами, и там настукивал биты на машине, на Акае. Я не помню, на чем-то настукивали биты. И я просто подошел, взял майк и разъебал этот парк 300-летия в пух и прах, понял, под олдскул. Было прикольно. Как-то это понятно. Да, но мы сделали другой шрифт, я тебе сейчас скину. Ну, он максимально понял, похож на тот, что ты нашел, но чуть-чуть отличается. А вот эти пацаны, смотрите, кто у меня тут. Кирюха у меня тут, да? Смотрите, какой. Баскет тут, смотрите. Оператор у меня тут, смотрите. А вот этот персонаж. Вот этот вот. Крылья и стволы. Крылья и стволы, брат. Винни-де-Пу. Винни-де-Пу? Да. Ребята, все, которые задают вопросы про альбом, я передал уже альбом, он уже выкладывается в сеть, он будет совсем скоро, я не могу сказать вам дату, когда я буду знать точное число, я скажу. Сентября то, что пишут, что мой альбом выйдет, это вранье. Он выйдет чуть раньше. Нет, дреды мне не надоели. Пацаны, от того, что вы пишете всякую непонятную чушь здесь, но ничего не изменится, еще раз говорю. С альбома «Фараона» мне понравился только один трек, более-менее «Мой кайф», по-моему, называется. Все остальное это вообще не рэп, по-моему, а какой-то рок. Может, ему, наверное, лучше рок надо делать. Сухое оно или полусладкое? Нет, оно... Ты Благому биты так и не отправил. Я не общаюсь с Благим. У него свои друзья, приятели. Компания. Мне неинтересно эта компания абсолютно. Как относишься... Велил склад. Ну, она абсолютно спокойно. Я не слушаю их музыку. Нет, на самом деле, короче, называется Каса, как дом. Каса. Каса. Мариоль. Каса Мариоль. Там она есть где за Саградой по линии, короче. А в экспрессе есть? Как учился, что ли? Иногда бывает в паре, но в паре с... Я не курю уже 4 дня, пацаны. Каса. Да. Да, они, как всегда, хуйню пишут, ты же знаешь, ничего интересного. Время идет, уже 2018, скоро 2020, а там ничего интересного вообще не появляется.
Такое ощущение, что с каждым годом вам все хуже и хуже, блядь, становится. Я понимаю, что у вас там жизнь не сахар, но, пацаны, держитесь. Суисайдов еще не послушал. Я послушайте альбом Трил Сэмми. Послушайте альбом Трил Сэмми. Вышел альбом, очень крутой. Как тебе Метро Бумин? Что за вопросы вообще, блядь? Просто я тебе говорю. Что за ноунейм? Кто это вообще такой? Годного стафа не хватает. Да, конечно, там сено одно ебучее, конечно, курите. Или спайс. Да лучше в России вообще наркоту не употреблять, ребята. Она там очень, ну, по качеству вообще отдыхает. Да. Ничего там нету нормального. Андрегисы. Вообще лучше наркотики не употреблять. Там Андрегисусайдов. Суисайдов B&B, тупо спрям тут на Америку. Может быть, да. Похоже. Знаешь? Нет, не знаю. Это вот снарево, да? Или не оставляет пальца. Зрави будто увидел на лоу, кого-то повело богу землю, им по делом году на них был. Чья? Да, был такой рэп раньше. Слушайте, ребята, я, судя по всему, вы будете, не знаю, в восторге или не в восторге от нового альбома. Но мне, если честно, уже наплевать, будете вы в восторге или нет. Потому что в восторге другие люди, они живут в Штатах, в Европе. А вы можете быть не в восторге. Я вас понимаю. А есть, короче, вино, называется тоже Перамон, но вот это вот хорошо. Мне наплевать, стрельнет альбом или нет, я просто делаю музыку. И все. Мне наплевать. На альбоме будет 11 треков. Могу сказать, что от альбома можно ждать абсолютно чего-то нового. Вот, если вы не готовы к чему-то совершенно новому в русском рэпе, то тогда мой новый альбом не для вас. Бразиль. Shout out to Brazil. В 1% лучших мир в мире, да? Ну, это довольно-таки относительно в рамках этой программы, но... Уже были эти вопросы. А где его можно купить? Да, тоже где-то, не знаю, где. Как еще раз называется? Гестами. Это еще что-то. Да, ладно, ребят, хорошего вам дня, берегите себя.
И не расстраивайте родителей своих. Удачи вам.